Меня зовут Сарванов Юрий, я руководитель Мастенерго, генеральный директор. Компания Мастенерго образована в 2006 году, и ключевой компетенцией нашей является, нашим продуктом является высотные сооружения объектов связи. Наше предприятие получило заказ на производство для цифрового телевидения в Перми. Вот, это башня 275 метров высотой и с очень сложными соединениями труб, с достаточно сложным соединением труб. Мы видим, что достаточно сложная геометрия примыкания трубы к трубе резко. Трубы толстые, толстостенные. Тут используются на нижних секциях трубы диаметром 426-325 мм и толщиной до 20 мм стенки. Поэтому руками по шаблону такие вещи не отрежешь. Да, это очень трудоемкая работа без специального оборудования, с ЧПУ, которое может в автоматическом режиме. Передача стеклы, геометрия и нарезка этих труб осуществляется в автоматическом режиме. Строится трехмерная модель в программном комплексе Tecla Structures. Далее выделяются элементы, которые мы хотим экспортировать на станок. В программе ProCam очень удобно, что есть трехмерное представление этой детали. Я могу сразу же покрутить и увидеть, как будет выглядеть деталь после резки. Вот вы можете видеть установку HGG ProCutter PC600, где происходит раскрой, 3D-раскрой трубы. Трубных заготовок для сборки металлоконструкции. Интерфейс достаточно простой, в общем, ничего сложного, научиться буквально пару дней. По сравнению с ручным, конечно, разница есть большая. Во-первых, металл намного чище, он делает как мне надо, а не как у ребят получится. Конечно, лучше. Более, ну, и, как следствие, качество лучше, больше качество сборки намного лучше. Ну и, как следствие, сварка намного интереснее. Собственно говоря, сама поставка состоялась в согласованные сроки, и никаких вопросов у нас по этой части нет. Мы действительно находились в некотором цейтноте, и тот опыт, ну или точнее, та практика, которую мы получили, подтверждает успех, потому что мы и вовремя запустили, и быстро обучились, и с первого же дня стали выполнять то, что раньше не делали, то есть процесс обучения, адаптации, понимания, простота, с одной стороны, и в то же время непростые технические решения, которые исполняет машина. В общем, все сошлось в одном месте, поэтому я не могу ничего сказать отрицательного по этой части, все только положительно.